Нина. Сегодня мы сравним достопримечательности Сиднея и России, которые хотят посетить все туристы. Мы попробовали найти, есть ли что-то общее между известными местами двух абсолютно разных по культуре стран. По внешнему виду достопримечательности стран, конечно, разные. Мы не сравнивали архитектуру. Нам важно было найти место в России, которое бы по каким-то характеристикам напоминало Сидней. Мы просим послушать нас внимательно. А по окончанию нашей презентации мы проверим, как вы запомнили название. Есть возможность получить маленький сладкий приз за внимание. Готовы? Итак, первое место для сравнения – Мартин Плейс. Находится в центре города. Используется как место для встреч, проведения митингов, официальных церемоний и парадов. В частности, раз в год вы можете увидеть колонну ветеранов войны. Как вы думаете, в каком месте в России, в Москве, вы можете увидеть подобное? Это Красная площадь. Незабываемое место для посещения туристов. Это пляжи Сиднея, самые известные пляжи. Это Манли Бич и Бондай Бич. Каждый турист, который приезжает к нам в город, хочет туда поехать. Песчаный пляж, набережная, кафе, рестораны, магазины. Пляж, который бы вам напомнили эти пляж, эти места. Пляж Курская, Косай, Калининграде и пляж Ялте. Другая достопримечательность Сиднея – это Сидней Тауэр Ай. Популярно для посещения здание со смотровой площадкой более 300 метров в высоту. Есть ресторан и магазин. Вы можете увидеть город с высоты птичьего полета. В России, в Москве, это Останкинская башня. Не менее популярное место для туристов – Сидней Фиш Маркет. Свежие морепродукты, рыба, крабы, устрицы – каждый день в продаже. Есть кафе, где вы можете пообедать, но будьте осторожны. Вечно голодные чайки норовят украсть рыбицу в ваши тарелки. Знаменитый рыбный рынок в России – центральный рыбный рынок в Петропавловске-Камчатском. Прекрасное место в Сиднее – Тарангазу. Сады, львы, гориллы, лемуры и другие животные. Здесь ведутся научные работы. В разное время проводятся шоу с участием животных. Зоопарк в России – в Санкт-Петербурге, который бы вам напомнил это место. Ленинградский зоопарк. Важное культурное место Сиднея, символ города – Сидней Опера Хаус. Здесь можно послушать оперу и посмотреть балет. Лучшие артисты и музыканты со всего мира здесь выступают, такие как, например, Анна Нетребко. Знаменитое место оперы и балета в России – Большой театр в Москве. Красивое место в Сиднее – The Royal Botanical Garden. Экзотические растения, фиговые деревья, красивый ландшафт. Прекрасная возможность насладиться уникальной природой в центре города. Похожее место в России – Ботанический сад Дендрарий в Сочи. Знаковое место в Сиднее – торговый центр Queen Victoria Building в центре города. Там более 100 магазинов с брендовыми товарами по высоким ценам. А также есть несколько кафе. Не обязательно что-то покупать. Можно просто прогуляться по красивому зданию в несколько этажей. В России, в Москве, подобное здание – ГУМ. А теперь мы будем задавать вопросы. С каким знаменитым местом России я сравнивала Мартин Плейс? С Красной площадью. С Красной площадью. Молодец. Спасибо.
в России мы сравнивали Мани-Бич и Бонда-Бич. Пляж в Ялте. С каким местом в России я сравнивала Сидней Тауэр Ай? С каким рыбным рынком в России я сравнивал Сидней Фиш Маркет? Да. С каким зоопарком в России я сравнивал Торонто Зу? С каким театром в России я сравнивала Сидней Опера Хаус? С каким ботаническим садом? С каким ботаническим садом в России я сравнивала The Royal Botanical Garden? Ботанический сад Дендрарий в Сочи. С каким торговым центром в России я сравнивала Queen Victoria Building?